Самый базовый тренинг, но самый, наверное, мощный тренинг для начала пути к себе – это великая тайна природы женщин. Почему такое огромное, пафосное, можно сказать, или же громкое название? Потому что тайна действительно великая, и потому что я бы не хотела уже говорить, что это тренинг о женских практиках, потому что это уже слишком заезжено. Это видео, наверное, посвящено вкратце антипопсовым тренингам, потому что это видео о тебе. Почему я говорю, что это о тебе? Потому что на этом тренинге ты идешь к себе, ты узнаешь о себе, и ты рождаешь себя. А кто такая ты? Неужели ты – это то, как ты выглядишь? Неужели ты – это то, что ты говоришь? Неужели ты – это то, как тебя зовут? Или то, что на тебя одето? Или то, что ты умеешь? Или то, что ты знаешь? Нет. Мы состоим из нескольких оболочек. Наша внешняя оболочка – это то, что дано нам при этой жизни. Сейчас ты женщина, и твое тело дает об этом знать тебе и окружающим по половым признакам, по структуре тела. Возможно, в прошлой жизни или в будущей ты была или будешь мужчиной. Но ты, именно ты, это суть. В этой жизни ты Аня или Катя. В прошлой жизни ты, может быть, была Александром или Натальей. Ты не знаешь, кто ты на самом деле. Все, что ты изучаешь, все, что ты делаешь, что ты делаешь, для чего? Какую оболочку ты шлифуешь внешнюю? Ты учишься жить вовне. И так как внутренняя оболочка остается незатронута, ты продолжаешь искать, ты продолжаешь учиться, ты продолжаешь оставаться недовольной, ты продолжаешь иметь то, что принято иметь, или то, что тебе не хочется. Есть внутренняя оболочка, это твоя суть. Это и есть великая тайна природы женщины. И я не буду тебе рассказывать лекции, я не буду тебе рассказывать, какой должна быть женщина. Потому что если я тебе буду говорить, какой ты должна быть, ты будешь снова приобретать новые роли и маски, что, в принципе, наверное, ты и делала до этого дня. Я просто возьму тебя, как делаю со всеми своими ученицами, и поведу в суть. Во внутреннюю глубинную оболочку. Возможно, это будет болезненно, возможно, это будет приятно. Ты пройдешь через слезы, через радость, через все свои слои, через все роли, через все маски, и ты увидишь суть. Возможно, она тебя шокирует, возможно, обрадует. И со временем, постепенно, ты докопаешься до своей глубины, до тайны своей женщины. Потому что женщина должна быть сутью, должна быть такой, какая она есть на самом деле. И поэтому нет стандартных шаблонов. И поэтому я не знаю, чему тебя учить, я не знаю, какой ты должна быть, но я знаю, что ты должна быть собой, душой. Не той, которая в этой жизни, а той, которая переходит из жизни в жизнь, из состояния в состояние. И когда ты отшлифуешь, найдешь эту тайну, это сокровище, тогда мы можем переходить дальше и шлифовать внешнюю оболочку. Свои навыки, свой разговор, свое развитие, свои сексуальные искусства. Но сначала глубина. Попробуй сейчас сделать маленькую практику. Просто сядь и погрузись внутрь себя, в пустоту. И просто дыша ртом, потому что женское дыхание – это рот и живот, просто понаблюдай процессы, какие там эмоции, какие там чувства, какие там желания. И проживай их, проживай и проживай. Сначала тебе будут мешать мысли, сначала тебе будет сложно что-то понять, ты будешь придумывать. Но если ты будешь это практиковать ежедневно, совсем скоро ты начнешь приближаться к своей глубине, и ты поймешь, что я имела в виду. Ведь она не имеет ничего общего с внешними факторами. И к этому нужно прийти. Одному к этому прийти сложно. Поверь мне, я пробовала очень долго.
Я приведу тебя к этому. И сейчас мы уже начнем это делать, если ты сейчас начнешь делать эту практику хотя бы по 10 минут в день. И если у тебя будут какие-то результаты или вопросы, пиши комментарий под этим видео, пиши мне на почту, делись своим пробуждением. И мой тренинг «Великая тайна природы женщины» в следующий раз, он для тебя. Я не знаю, что там будет, но будет глубоко, будет интенсивно и будет о тебе. Не о правилах, о тебе, о глубине. До встречи, буду рада твоим комментариям.